Жара и засуха дают о себе знать. В труднодоступной местности в 15 километрах юго-восточнее города Геленджика произошло возгорание в лесном массиве. Сначала горело 22 гектара леса. Затем огонь распространился на площадь 85 гектаров. Анапа всегда готова прийти на помощь в трудную минуту тем, кто в этом нуждается. Всем, чем может. Например, водой. К месту тушения очагов пожара были дополнительно направлены два самолета Ил-76, два самолета Б-200 и четыре вертолета с водосливом. Устройствами. Их своевременную и бесперебойную заправку огнетушащими средствами в Анапском аэропорту в течение 2 суток осуществляли пожарные подразделения города-курорта.